Значит, давайте, вот я вот вам хочу задать вопрос. Почему вы решили, что это о вашем кандидате? Почему вы так решили, что это вам не кажется не случайно? Частое упоминание в последнее время вот в такого рода. Ну, я здания. Никакого отношения не имею к партии «Батьевщина». Вы же задали вообще вопрос, я на него пытаюсь ответить. Вот в каких изданиях, в хорошей бумаге, встречается достаточно часто упоминание об олигархии Де Порошенко. Поэтому не знал, когда, честно, когда я эту литературу не читаю. Мы видим эту литературу и вот эти борды, то связали, возникает да? Не только у нас. И наше беспокойство вызвано тем, что к нам обращаются люди. Люди обращаются и спрашивают, вы предпринимаете меры какие-либо по поводу вот этих событий? Потому что происходит некая смычка информации из этих изданий в вот этих рекламных носителях. Поэтому не мы, Сергей, определили Петра Порошенко олигарха. Я понял. Вы понимаете, что то, с чем мы не согласились, я закончу, то не является реальностью. Я закончу с вашего позволения вот вопросом. Вот в этом издании четко написано, кто есть олигарх. Скажите, кто здесь олигарх? Вот вы размещали этот репорт, скажем, не один, а по всей области с определенной целью. Какого олигарха вы имели в виду? Сергей Валерьевич, значит, а почему вы связываете меня с вот этим? Я не связываю, я объяснил, почему. Никогда я объяснил, почему. Не был партией «Батьевщины». Я объяснил, почему.